Всем добрый день! Сегодня прекрасный день, весна. И как вы видите, у меня я стою в желтом костюме. Название спрячу. Чутка вас самое. Не то что разыграю, да, но чуть-чуть подожду, несколько секунд. Угадайте, пожалуйста, что это за костюм. Подумали, что это King Hunter. Вот. Это, дорогие друзья, костюм Remington. Здесь идет уже не как отдельности продается, а в комплекте идет. Как вы видите, это три в одном. Это куртка, внутренняя куртка и ватники. Они достаточно плотные. Расцветка идет также осенний-весенний, поздняя осень, как бы да, ранняя весна идет. Расцветка тоже идет, так скажем, ну, приближенно как к камушлому, да, желтый цвет. Куртка также имеет мембраны, то есть она тоже ветрозащитная, влагозащитная, влагоотводящая, DVR-система, да, да, да. Вот, теперь, скажем, куртка, она, можно ее как бы отдельности одевать, она достаточно плотная, Tensulate, утеплитель идет, вот, а здесь уже внутренняя куртка, но она, дамы и господа, не как предыдущее видео, она не полностью идет с утеплителем. Здесь утеплитель заканчивается вот здесь вот, вот для того, чтобы ее было вот, ну как, удобнее двигаться, да, чтобы здесь ничего не мешало в этом плане, вот. И вот такие вот отверстия для палец в этом костюме вот существует. Вот также у меня есть шапка Remington, она идет тоже утепленная, осенняя, даже скажем зимняя, скажем, да. И она идет с начесом внутри. Мы отдельно ее покажем, отдельно уже обзор будет на вот эти вот шапки и в каких условиях она как бы пригодится, да, в нашем вот, в нашей вот такой вот природе, которая есть в Якутске, республика Саха-Якутия, извиняюсь. Вот. Так что приходите в наши магазины, и наши менеджеры вам все расскажут, покажут. Встретимся в наших магазинах.